Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале YouTube. Сегодня у нас видео чисто для моих друзей, подписчиков, ну и, может быть, вас заинтересует. Сколько раз мы готовим шашлык? Друзья спрашивают, как мы его делаем. Сегодня я покажу досконально, как я это делаю. Легко и просто. Нужно мясо, свежее, шейка, масло подсолнечное, перец черный. И соль. Это все. Порежем мясо. Василису не интересует даже мясо. Вы представляете? Вась, мясо будешь? Не будет. Какая воспитанная кошка. Она не лезет даже на стол. Вась? Хватит. Это лишнее. Для 3,5 килограмм мяса достаточно вот столько соли. В пакетике 50 грамм черного перца будет достаточно половины. Я люблю поострее, поэтому будет половина.
Масло нужно грамм 50-100 на глаз. Теперь это нужно тщательно и долго перемешивать. Желательно руками. Вот до такого состояния нужно перемешать мясо, чтобы масло впиталось, перец практически тоже, и мясо стало чуть-чуть белым. Теперь оно немножко может постоять, и нужно обжарить. Получится мягкое, поверьте мне.